Цветы, игрушки, лампады и свечи, и без лишних слов. Каждый желающий мог выразить солидарность и почтить память погибших. 24 марта президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура из-за теракта в Крокус-Сити-Холле. С 12 дня в Пушкинском прошли массовые возложения цветов к мемориалам. Сегодня в нашей стране день траура. Сегодня мы возлагаем цветы, выражаем поддержку всем тем, кто пострадал в результате этого чудовищного террористического акта. Представители службы ведомств, общественной палаты, культуры и спорта и просто обычные жители, которые понимают всю боль и трагедию момента. В Красноармейске на мемориале Великой Отечественной войны тоже состоялась акция памяти. Всех жителей призвали быть бдительными. В Ивантеевке акция прошла у памятника, не вернувшимся с войны. Возлагать цветы сегодня можно весь день, а в 20:00 у скорбящей матери состоится траурное мероприятие «Свеча памяти» с возложением цветов в знак солидарности с семьями погибших от теракта. С собой можно взять гвоздики, игрушки, свечи, зажигалки. Акцию организуют местное отделение «Единой России» и молодая гвардия «Единой России» Пушкинского. Анастасия Спирина, Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.